«Город собак» Джима Хэнсона. «Приручение винта». Автор сценария Пит Содер. Эллиот, ты в порядке? Колин, это ты? Я слышала отчетливо, как ты проходил через холл. Что док меня, прости, ты делал? Просто пытался придумать новую идею для следующего эпизода «Эйсхард, собака, частный детектив». Под письменным столом? Нет, не совсем. Этот чертов винтик, он все время выскакивает из моего письменного стола. Кажется, ты мог бы воспользоваться лапой. Осторожнее, не навреди себе. Какая она легкая. Колин, не знаю, как тебя благодарить. Не стоит. Я сделала бы то же самое для любого соседа. Думай об этом винтике, как об одной мелкой жизненной неприятности, Эллиот. Преодолей это и не принимай близко к сердцу. Пока. Поверь, не это я принимаю близко к сердцу. О, Господи! Нет. Колин права, я должен это преодолеть. В конце концов, Эйсхард не позволил бы такому маленькому винтику, как ты, победить себя. Даже дюжине таких чокнутых винтиков. Даже если каждый винтик в городе собак... Вот. Вот оно, новое приключение Эйсхарда. Если я начну так, у какого-то придурка разболтался винтик, тогда Эйсхард может взять молоток и прибить его гвоздем. И, конечно, Рози была бы... сосиска. Все потому, что кто-то грозит убрать все винтики. Город собак. 3 миллиона собак, 2 триллиона блох и не хватает гидрантов. Теперь новая проблема у города собак. Он разваливается на куски. Какой-то сумасшедший вытаскивает винты отовсюду. Кто этот безумец? Газеты назвали его Луи Винт. На самом деле никто не знает, кто он такой, откуда взялся. И почему он выкручивал винты в городе. Собачья дверь. Собачье мусорное ведро. Эйсхард, собака, частный детектив. Жизнь полна мелких неприятностей. Это или телефоны, которые дают длинный гудок, когда вы чуть не лишились хвоста, чтобы ответить на звонок, или кто-то, кто входит, не постучав. Не было двери, чтобы постучаться. Простите меня, мистер Харт. Мне необходимо было увидеться с вами. Мой муж, он Луи... Луи Винт. Сядьте. Его настоящее имя Филипп. Филипп Робертсон. Он не преступник, он хороший пес, мистер Харт. Мне нужны детали, изложите все полностью. Это не вина Филиппа. Винтики сделали его жизнь невыносимой. Все началось, когда он был невинным щеночком. Потом его первая поездка на велосипеде. И научная ярмарка. Даже в колледже. Собачий колледж. Винты, мистер Харт. Наконец они поместили его в больницу. Это из-за винта. Мой муж сломал спину. Этот винт сделал его похожим на винт. Это была трогательная история из тех, что вырывают ваше сердце и печень и подают вам на тарелочке, как собачий завтрак. Найдите моего мужа, мистер Харт. Помогите ему, пока он не изуродовал кого-нибудь. Миссис Робертсон,
Я возьмусь за это дело. Она была благодарна, а я... Я стал совершенно мокрым. Луи Винт стал еще одной жертвой мелких жизненных неурядиц. Для меня таковыми были телефоны, для него — винтики. Разница была, я мог себя сдерживать. Ты можешь поверить этому парню? Но он тащит винты отовсюду без всякой причины, пес его побери. Именно Фриски. И будучи таким, как я, хорошо известным знатоком бессмысленных, насильственных и разрушительных действий, что уж совсем бессмысленно, я не могу найти в своем сердце любви к этому парню, Винту. Его следует усыпить. Я люблю бессмысленность так же, как и другие, но этот дурак опасен для общества. Кажется, этот Луи Винт вытащил отсюда винтики. Следующего, кто упомянет это имя, я самолично. Луи Винт действует снова. Купи им дорогой обед в бистро «Собачий ланч». Китти, моя малышка. Я бы купила больше, но магазин развалился. Я Бакси мерзавец, я оскорблен. Знаешь, Бакси, умная собака нашла бы способ использовать этого парня для ограбления города вслепую. И опять же, мы не должны упускать финансовых возможностей, которые предоставляет нам этот сумасшедший. Что, шеф? Что, не держите меня в неизвестности? Я от этого делаю сумасшедшим. Терпение, Фриски. Именно к этому я и перехожу. Интересно, когда он начнет рушить другие здания, например... Банки. Мой котеночек может читать мои мысли как книгу. Что объясняет, почему ее губки шевелятся. Ты что-то сказал, мой любимчик? Я сказал, что все получится. Спасибо Луи Винту. Гениально, шеф. Настоящий гений. Скобяные изделия для собак. Заходил вчера, искал отвертки. Приятель, тот парень действительно знал свое дело. Я продал ему одну. Вот такую. Что? Ты смеешься надо мной? Эллиот! В чем дело, Эйс? В этом дело. Если предполагается, что этот парень опасен, так и делай его опасным. Дай ему настоящую железяку. Слушай, Эйс, я же не учу тебя, как работать. Прости, что это было? Ладно, может, я и делаю это, но я художник. А я всего лишь картонный герой, подбрасывающий простые предложения, чтобы немного подогреть действие. Как я говорил, я продал ему вот такую. Ты хотел что-то побольше? Ты действительно комедиант, Эллиот. Как я говорил, я продал ему одну из этих. Вот тебе и отвертка. Военный прототип, переносной, ночное видение, не тонет, электромагнитный затвор и снабжен шнеллером. Такие вещи разрешены? Да, уж дают вам работу. Две вещи были явные. Вы не могли переоценить этого парня. А Луи Винт шел на большее. Он не тратил зря времени. По всему городу собак здания падали быстрее, чем блоки прыгают. Уличные паразиты выползают из сточных канав. Первым делом вынюхивают сильные разрушения. Падаль подземного мира свободно снимала урожай своих черных деяний. Это полная бессмыслица, мне это нравится. Кого-то обязательно ранило бы. Это было только делом времени. Откуда ты узнал, что мне поручено дело винта? Это естественно, главный коп города собак. Слушай, Рози, у этого типа действительно винтики расшатались. Я хочу, чтобы ты поняла, против чего ты идешь. И против чего я иду? Рози была парадословной дворняжка. Длинные пушистые уши, мелкие острые зубки, холодный влажный нос. От одного взгляда на нее земля уходила из-под ног. Эйс, земля уходит из-под ног. И у тебя тоже. Я об этом и говорю, Эйс. Я вот-вот развалится. Луи Винт? О, мой пес!
Что происходит, Эллиот? Луи-Вилл? Землетрясение? Бомба? Мой стол, пёс, его возьми, он снова упал. Ну так. Ладно, вернемся к тому, на чем остановились. Я не спешу. Слушай, Эллиот, раз уж мы тут, когда мы будем делать эпизод, где у меня появится девушка? Но Эйс, частный детектив, одинокий пёс. Что же мне обращаться к соседке, как это делают манерные аниматоры? Я? Клин? Не суй свой нос, или получишь. Ты не осмелишься. Ладно, ладно, давай начнем с того, где мы остановились. Как это могло случиться? Животный магнетизм. Главный инспектор Рози О'Грейви. Сейчас буду. Что же суета? Они обнаружили Луи Винта. Угол гонщик и шпица, сиротский дом Святого Бернарда. Мой дог, беспомощные сироты, щенята. Ты веди, моя машина не в порядке. Ладно, но сирены будешь пить. Рози, нет времени на остановки. Сиротский приют. Это же не сосиски. Полицейские собаки, это секретное наблюдение. Вы установили, сколько там беспомощных сирот чинят? Ни одного, они все у ветеринара, больные. Что-то связано с мусорными жуками. Возможно, грипп шицу. Грипп гриппом, а это что за мухи? Очень долго были здесь на посту, проверить. Проверено, стейки испортились. Наконец-то помощь нам. Это лучшая мухобойная команда во всей полиции. На этих парнях нет мух, и на нас тоже. Слушай, Рози, Луи Винт нуждается в помощи, а я в любезности. Дай мне с ним поговорить. Я не могу так рисковать, Эйс. У меня приказ сверху. Сегодня утром у мэра тележка для гольфа развалилась у 19-й лунки. Забудь обо мне, сделай это для жены Винта, бедняги. 5 минут и посылай этих убивах. У тебя есть 3, детектив. Все было очень плохо и должно было еще ухудшаться. Мне следовало сконцентрироваться. В любую минуту все могло завалиться, а мне не нужны были никакие разрушения. Алло? Алло? Это в самом деле начинает меня нервировать. Давай, Эйс, твое время истекает. Наконец-то я столкнулся лицом к лицу с Луи Винтом. Что это было? Да просто мысли вслух, извините. Они пытаются меня достать. Они? Кто они? Винты. Они повсюду. В наших кроватях, в наших зданиях, в нашем правительстве. Но я не позволю им стапать меня. Вы слышите? Уберите их всех! Уберите их! Уберите их всех! С этим парнем дела были плохи. Он перепуган слишком, чтобы прислушиваться к логике. Я попробовал издали. У меня дома есть винты. Здоровые. И они шепчут. И у вас тоже? Да, мне кажется, они объединяются со шляпками в команду. Со шляпками? Да. Пойдем их забивать. Да. Да. А нет. Вам меня не одурачить. Вы на их стороне. Точно. Вначале моя жена, а теперь вы. Нет, я не позволю им достать меня. Я пытался помочь Винду выбраться, но кто поможет мне? Эйс! Эйс! Бесполезно, инспектор. Ни у одной собаки не было шанса. Но он не одна собака. Он Эйс Харт. Он всегда оказывается наверху. Всегда. Эйс? Эйс Харт, ты непревзойденный мастер. Как тебе это удается? К счастью, тут осталась целая экипа костюмов от сиротской постановки «Собака музыки». Если бы они не смягчили мое падение, быть бы мне дохлой собакой. В следующий раз будем сначала посылать команду убивать. Слушай, Рози, Винт действительно больной песик и нуждается в помощи. Извиняюсь, у вас обоих был шанс. Я не мог обвинять Рози, она была очень опытна. А я? Мне все же удалось отбиться от разноса. Где Луи Винт стукнет в следующий раз? Я должен был использовать мою хитрость детектива и дедуктивную смекалку, чтобы влезть в его голову, думать как помешанный разрушитель и найти ответ в его сумасшествии. Трейлеры для перевозки мороженого для собак, библиотека, сиротский приют. Появляется картина, которая ведет
в лай развлечений на Бонни Айленд. Тысячи жизней поставлены на карту, и только я знаю, где Вин собирается ударить в следующий раз. Лай развлечений на Бонни Айленд. Лай развлечений. Тиффи Бонс, хранение суды. Гениально, шеф. Гениально! Ну, конечно, Фриски. Это единственное финансовое учреждение, которое Винту еще предстоит размонтировать. Близко, но не жвачка, Бакси. Спруй Винт разрушит лай развлечений. Это бессмыслица, в самом деле. Это так же бессмысленно, как в долларе и центе минимум смысла на свете. Так может, если бы этот парень Винт работал на тебя, Бакси, он мог бы применить свой талант там, где хотел бы ты. В этой шайке есть место только для одного гения. Но, к счастью, есть место для гения подмастерья. Господа, пошли, сделаем этому Винту такое предложение, от которого он не сможет отказаться. Я знал, что Луи где-то здесь, но не знал почему, пока не увидел это. Луи Винт пришел сюда, чтобы размонтировать самый огромный винт в мире. Вытаскивай их, вытаскивай их всех, все вытаскивайте. Винт, подумай, что ты делаешь. Подумай, что ты делаешь со мной. Подумай, что ты делаешь с невинными людьми. Подумай о финансовых мотивах, которые я могу тебе предложить, как помощнику гении в нашей организации. Не заставляй меня идти туда и схватить тебя, Винт. Пожалуйста! Это уж слишком для того, чтобы казаться вежливым. Эй, нет! Возьмите оттуда лестницу. Возьмите кусок ткани. Возьми ярлычки! Ты должен его победить, Винт! Вывинчивай их, вывинчивай их все! Все вывинчивай! Прекрасный вид. Что дальше? Нужно взять трубку. Скорее! Все вот-вот забавится! Скорее! Я буду их любить и холить! У нас нет времени. Давайте сети, ребята! Удачи, Эйс! Алло! Алло! Телефоны, они здесь достают меня. Держись, держись. Не волнуйся, приятель, я знаю, через что ты прошел. Ну, давай лапу. Звонят, звонят. Держись, ты не можешь позволить им достать тебя. Успокойся, парень. Вот так, вот так. Я был почти на волоске. Спасибо. Спасибо, что заговорил со мной. Без проблем. Иногда я соображаю. Всем нужна иногда маленькая помощь. Эй, Филипп, что ты решил? Твоя жена ждет, ты готов идти? Туда, где стены ровные и гладкие, нет винтов? Конечно. Хорошо, идем. Винт! Итак, дело Филиппа Робертсона по прозвищу Луи Винт было закрыто. Опять город собак стал безопасным местом. Поберегись! Если бы не эти мягкие игрушки, я в самом деле получил бы травму. Я просто забежала сказать тебе, что Винт, Филипп, получает всю необходимую помощь и возвращается к образу примерного гражданина. Остановись, ты разбиваешь мое сердце. Позаботься о себе, упрямец. Не беспокойся обо мне, Рози. Эйс Харт может позаботиться о себе сам. Рози, Рози, давай, Харт, ответь телефон. Не могу выносить звук телефонного звонка. Возьмите трубку. Я не могу пошевелиться, сам отвечай. Пес меня побери. Конец. Молодец, Эйс. Ну, прямо как я. Загляну-ка я в кабинную лавку и куплю несколько новых винтиков. И никаких проблем.
Колин! Открой! Колин, открой дверь! Эй, кто-нибудь! Помогите! Фильм озвучен телекомпанией РЕН-ТВ.